Всем привет! Сейчас я иду за лошадьми. Точнее, я иду за Микой, потому что она не пустит кобылу вперед. Потом я беру кобылу и буду на ней ездить. Вот так вот. Нам удалось выехать Микеньку. И вот она любит очень камеру. Да, она думает, что ее можно есть. И всегда, когда мы проходим здесь, она хавает елочки. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ой, Мика! Мика, стой! А это мать волнуется. Да? Хрюха! Куда у тебя наоборот? Хрюха! Ага. Хрюха! Хрюха! Скажи привет! Ну скажи привет! Ну давай! Говори привет! Иди сюда! Всем привет! No! No! No, God, please, no! 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 Всех ненавидит. No! No! Мы сделали на кобыле для России. Одну без стремян, и за нами гонялся белый лыж. И вырвал пару волосинок зеленого сна. Но это не важно. Мы, несмотря на его прикинь, сделали для России. Не знаю, как хорошо или плохо, не могу сказать, и мы сегодня на тебе подсинкал. Вот. Сеня! Сеня! Иди сюда! На-на-на! Семён, алло! Сеня! Я понимаю, вам меня плохо видно, но я вам расскажу кое-что. Короче, перед тем, как я пошла ждать кобылу, я пошла за уздечкой, соответственно, да? И меня мать закрыла в вагончике с амуницией, я ждала, пока Владка придет и откроет меня. Нормально, да? И сейчас мы, короче, ну, скорее делали галоп, и я решила зайти на заборчик. Что вы думаете? Оскар его не увидел и встал на него боком. Я такая, отлично. А потом все было хорошо.